предыдущей серии. Непонятно, куда бежать, что делать. Мы акулы! Вперед, акулы! Я толкался всех сил, но почему-то я не оказывался впереди, я всегда оказывался сзади. Акуля, сучка! Сегодня в гостях у Бажены Аксеновой наш спецкор Александр Лисиченко. Наша героиня работает администратором в салоне красоты. Так что если кто-то из вас хочет записать бьюти-блог, смело обращайтесь к ней. Здравствуйте, Бажена. Ой, и вы здесь. Как дела? Везде вы меня находите, акуля, сушка. Это отлично. Как дела? Работаю. Вот как рабочий день? Хочется кушать. Думаю об этом. Кушать? Пора уже? Пора уже. Так, может, пойдем покушаем? Пойдемте покушаем. Расскажу вам, что я сегодня буду есть. Бажен, расскажите, пожалуйста, что сегодня у вас на обед, чем сегодня будете обедать? Я даже покажу. Смотрите, покажу. Сегодня у меня салат с капустой, обязательно клетчатка должна быть. Рома меня заругает, потому что я ее не включаю в рацион. Также гречка, просто соль и перец, никакого масла, ничего подобного не должно быть. На воде? На воде, только на воде. И, конечно же, моя любимая грудка, без нее вообще никуда. Ну и хлебцы, я так, это как на десертик, знаете, чтобы себя побаловать. Как вы распределяете вот это количество еды на день? То есть вы ее съедаете в несколько заходов или, да, допустим, салат в один прием, гречка в другой, нет, прием? Нет, это мне как раз на два приема. Я очень плотно позавтракала сегодня. Ела я семгу с яичницей. Дальше у меня идет перекус, хлебцы. И на два приема у меня получается гречка и грудка. Вы же не питаетесь каждый день гречкой и грудкой. То есть что, чем что можно заменить? Чем заменить рыбой, огурцы, помидоры и как бы яйца. Это, наверное, вот, наверное, самое главное, да, для строения тела при похудении продукты. Это клетчатка, белок и углеводы. Коллеги на работе поддерживают вас? Поддерживайте меня. Мы ее провоцируем, она не поддается, все в порядке. Я ей неоднократно предлагала булочки. А она вам не предлагала перейти на правильное питание? Предлагала. И как? Тоже не ведусь. Привет, друзья, это Акулья Сушка. Если вы смотрите эту серию, значит, либо вы режиссер монтажа, который ее монтирует, либо человек, которому интересно узнать, кто же из 12 участников получит главный приз – 50 тысяч рублей. Поехали! И вот он, первый на сегодня претендент на палтосик. Алексей Давыдов так сильно сушится, что на рыбалке из воды достает сразу сушеную тараньку. Ой-ой-ой. Леша, Леша. Ты не бережешь ты себя, Леша, не бережешь? Не знаю, наверное. Ну, как сказать, на этапе отбора я их уже себе наметил и понял, что с ними буду работать до конца. Будем бороться, будем соревноваться. Вот, в Леше я увидел потенциал такой, что он человек системный, обязательный, да, то есть с ним можно кашу сварить. В Бажене я увидел яркость, то есть, как я уже говорил, что я хотел контрастных подопечных, я их получил, я доволен, счастлив. Счастливый тренер, уставший подопечный, просто Dream Team. Ну вообще, в принципе, сколько уже тренируешься-то, достаточно, да, ты же устал уже, наверное? Расскажи, ну, есть немножко. Расскажи, вот как, на чем ты сейчас борешься с самим собой, на каких силах? Ну, наверное, просто есть в жизни какие-то принципы, которым нужно следовать, и их как бы всегда их придерживаться. В нашей истории советской был такой интересный человек, генерал Маргелов, командующий воздушно-десантными войсками, который после себя в том числе оставил целый ряд афоризмов, которые можно расценивать как жизненные принципы. Один из них: сбили с ног, сражайся на коленях. Идти не можешь, лежа наступай. Вот это, по-моему, принцип, которому не просто каждый десантник, каждый мужчина должен следовать.
Я обычно махаю такие. Тем временем Александр Егоров отдувается за двоих. За себя и свою коллегу Екатерину Ткаченко. Справиться с нашими спортсменами ему поможет главный тренер проекта Иван Убийца Жироподрез. Размял, да? Уже да, размялись, все плечики разогрели. Забирай своих спортсменов, а я возьму сегодня Вову и Свет. Ну все, Вова и Света, добро пожаловать в акулью пасть. Иван, с чего начнем? Вова несет самые тяжелые блины в зале. Вешай, Вова. Сегодня Светлане будет не жарко. Ну, пока Владимир отдыхает, ему тоже будет не я очень хорошо. Я уже понимаю, на что я подписался. Да. Я запомнила. Ну что, Светлана, собираешься? Очень важный момент, чтобы... штанга касалась ног. С начала движения до конца. Вот, Светлана, обрати внимание, видишь? Вот, да, ты уже исправила ошибку только что. И тогда у вас будет хорошо прорабатываться бицепс бедра и слегка ягодичный. Ой, как грациозно, Светлана. Вижу, что с домашним заданием садиться так в маршрутке вы справились на ура. Всегда работа над собой, это приносит колоссальное удовольствие. Но мне, по крайней мере, так точно. Я получаю от этого удовольствие и всем советую, ребята, работайте над собой, потому что это реально круто. Это круто. Если мы чувствуем спинку в пояснице, ты чувствуешь поясницу? Я чувствую ягодицы. Бицепс бедра ты имела в виду, да? Ягодицы? Ну да. Да. Вот. Если мы чувствуем, забивается поясница, значит нагрузку максимальную забирает поясница. Это чуть неправильно. Надо больше отводить таз назад, что, в принципе, Слава нам и показывает. Отводит таз хорошо назад. Нет, Иван, она же сказала, что чувствует ягодицы. И вообще, она ими часто пользуется. То погоду проверяет, то неприятности ищет. Просто у меня нет цели 50 тысяч. У меня есть цель намного выше, которой нет ни у кого из моих... Никого из участников нет той цели, которая есть у меня, поэтому конкурентов нет. Так, друзья, мне кажется, здесь происходит таинство. Это некое соитие тренера и ученицы. И все это происходит в машине Смита. Ваня. Мне даже страшно приближаться. Как ты? По-моему, все отлично. По-моему, это все отлично. Ну, как ты меня понимаешь, можно не совладать с собой. Как ты владеешь собой в такой ситуации? Ну, я просто уже к Светлане привык. Когда привыкаешь, в принципе. Да, в принципе, уже нормально все. Уже просто, не, понимаешь, в чем дело? Я просто тренер. И как бы тренер — это бесполое существо, вот, как и врач. Вот, и все инстинкты отключаются. Все инстинкты включаются только после зала. После зала? Да. Но после зала уже человек изможден будет. Это не обо мне. Да, Светлана у нас очень много сил, и как бы после зала она все... Выносливая лошадка, да? Все, можно спать? А выносливая ли Бажена Аксенова? Прямо сейчас ее тренер Роман проводит тесты. Итак, махи стоя выполняет Бажена, разминается. Упражнения для средней дельты, для плеч, проще говоря. Все получается отлично. Сейчас она берет четверки и начинает на 15 раз. Да, главное правильно питаться. 80% успеха – это питание. А как же тонус мышц? Тонус мышц, он присутствует, но он не так важен, как питание. То есть, если вы будете правильно питаться и не ходить в тренажерный зал, это будет лучше, чем если вы будете ходить в тренажерный зал и питаться неправильно. Абсолютно. Для того, чтобы получить фигуру мечты, нужен комплекс из правильного питания и грамотный, проработанный специалистом программы. Доверьтесь профессионалам, и вас мама не узнает. В хорошем смысле слова. Слушай, твои результаты как-то мотивируют твоих знакомых, родственников заниматься спортом? Не знаю, наверное, им это нравится, но, вернее, наблюдать за моими результатами. Но пока я не вижу, чтобы кто-то из них занялся спортом за это время. Что для тебя самое сложное в сжигании жира? Кардио. Ну, ты довольно-таки легко идешь. Но это сейчас легко иду. Сейчас вот сделаем чуть-чуть увеличение, потому что в процессе этой тренировки полуторачасовой будет постепенное увеличение, и я дойду, у меня уклон будет 7,
скорость будет тоже 7. Это максимальные значения. Итак, на штанге у нас сколько килограммов? Люди в красном мучают человека в желтом. Ты мучаешь Андрея на жиме, да, у нас сегодня? Да, на штанге 70 килограмм. Андрей легко справляется на 15 повторений. Это уже третий подход. Можете посмотреть, как он выполнит их. Почему на 15? Ну, потому что я это хочу. Потому что, почему на 15 повторений? Потому что это оптимальное количество повторений для жиросжигания. Для мужчин. Все-таки, для мужчин. Все-таки конкретным упражнением тоже можно воздействовать на этот процесс. Местно нет, на местные мышцы нет. Просто мы должны их чуть-чуть истощать. Для мужчин как раз 15 повторений, это нормально. Для женщин это будет минимум 20. Максимум 50. Да здравствует равноправие! Доволен тем, что стало немножко легче двигаться. Доволен тем, что наконец-то вот при весе, которым я сбросил, чувствуется вообще, ну, что вес ушел в принципе. То есть до этого было не видно по факту, а сейчас уже, ну, становится виднее, конечно. Какой-то, ну, банально скажем, рельеф, там еще что-нибудь потихоньку проявляется, да. Что, уже 15 произошло? Какие могут быть ощущения при жиме лежа, когда сзади стоит Иван Подрез, я вас умоляю. Ну что, двойной жим. Добавляет силы? Конечно. Сколько? Конечно. Повторений килограммов? Плюс? Да плюс 100%, наверное. Угу. Можно больше и больше, но вчера была тяжелая тренировка. Как и позавчера, и позапозавчера, и позапозавчера. У тебя же по две тренировки в день. Ну да. Вчера была просто силовая. А сегодня в итоге тоже еще одна силовая получается. То есть уже многовато, да. Окружающие все говорят, что молодец. Что, во-первых, пошел, во-вторых, добиваешься каких-то результатов. Кто-то говорит, что слабо, кто-то говорит, что очень много. Вот так вообще, в принципе, все... Слабо говорят в основном спортсмены, да, спортсмены, которые, в принципе, добились очень многого уже. То есть для них, может, это и слабо. А я считаю, что худеть надо правильно. Но за то, чтобы правильно худел Владимир Чинченко, сегодня отвечает Иван Подрез, который уже приступил к своей работе. Если мы будем браться здесь... Угу. Да? Вот таким хватом, да? Да. Мы будем, больше нагрузка пойдет сюда. Если, соответственно, здесь, то сюда, на внешнюю сторону. Угу. То есть в основном у всех меньше развита внешняя сторона. Сегодня в рамках работы надел костюм, который я не надевал уже, наверное, ну, лет 6. То есть уже я откатился в плане веса к тому периоду, когда я покупал себе костюм для работы, да, то есть официальный, строгий, деловой, и он мне в натяжку был. А сегодня я его надел, и он на мне, по сути, болтался. То есть уже результат. И при этом я перемещаюсь в одежде, она мне не стесняет, не тянет. То есть, ну, по сути, я сегодня кайфанул, когда работал. Да, опускаешь вниз. Здорово. Полностью не разгибаешь, да. Отлично. Это самое простое элементарное упражнение и самое эффективное. Очень хорошо прокачивает бицепс руки. Так, продолжается тренировка спины у Бажена. Значит, тяга, сидя к поясу. Работа на низ спины. Ключевая задача — сводить лопатки, руки используем как рычаги, бицепс в этом движении нужно постараться выключить и постараться включить как можно больше, как я уже сказал, лопатки. Как только это у вас получится, цель в этом упражнении будет достигнута. У Бажены все получается. У Бажены все получается, но тем не менее, пока она единственная, кто выбыл из гонки за главный приз и получила белую футболку. Приседать тяжело для меня, потому что я высокая, и мне все время кажется, что я сейчас назад упаду. Бажена приступает к выполнению отжиманий. Отжимания, как вы можете видеть, руки чуть дальше. Отжимания, как вы можете видеть, не совсем стандартные, выполняются на коленочках. Очень часто именно такой техники выполняют девушки, потому что на прямых ногах достаточно сложно бывает. Если это не получается, всегда можно согнуть колени, встать на них и выполнять отжимания таким образом. Да, вполне достаточно базового упражнения.
базовых упражнений, таких как там, жим лежа, да, приседания, подтягивания, брусья, отжимания. Вполне достаточно, если вы сочетаете это с правильным питанием. Что происходит? Как человек может худеть так стремительно? Да сколько можно? Сколько она будет приседать? На это уже пришли посмотреть со всего зала. Из соседних домов, в подрез вообще из Севастополя в Симферополь приехал. Света, что это за массовый гипноз? Да, скоро останутся одни губы. Я думаю, что губы тоже могут похудеть все-таки в конце проекта. Потому что губы, наверное, тоже хотят выиграть главный приз. Отдельный приз зрительских симпатий. Наверное. Да. Так, ну вот. Что за упражнение? Да. Упражнение тяга на прямых ногах, хотя не совсем на прямых, оно выполняется чуть-чуть сгибаемые все-таки ножки, для того, чтобы хорошо снять нагрузку с пояснички и хорошо прокачать бицепс бедра. Это одно из моих любимых упражнений на ноги, то есть довольно-таки часто распространенно оно выполняется в бодибилдинге, во всех фитнес-индустрии. То есть мужчины, женщины, неважно, все должны. Неважно, неважно, очень важно упражнение для мужчин и женщин. А все дело в цели. Если есть цель, то человек будет себя в руках держать, и я об этом думал, что будет после проекта, да, как я себя буду держать, и я на эту тему разговаривал с тренером, с Катей. Вот. У нас есть общие точки соприкосновения в этом отношении. То, что она рассказала, свое видение, да, как нужно впоследствии держать питание. Вот. Ну, и ее точка зрения совпадает с моей. В принципе, как бы я думаю, что я смогу держать себя в тонусе, держать себя в рамках питания. Конечно, не такого жесткого, как сейчас, потому что есть сроки определенные, да, и нужно марафонскими темпами к ним идти. Вот как раз Алексей Давыдов уверенно идет вперед вместе со своим тренером Романом. Желтую высовываю и вставляю в последнюю. Желтую на себя тянешь, на себя рычаг, вот этот рычаг, на себя, и вставляешь последнюю, теперь вверх. Вот зачем нужен тренер, они очень долгое время не могут запомнить, поэтому мы всегда помогаем, 20 раз. Итак, решили с Лешей сделать как добивочное упражнение, разгибание. Чаще можно увидеть, что люди с него начинают, но особой разницы, если честно, в этом нет. И если сделаны два базовых упражнения, но чувствуется, что сила еще осталась, вполне можно добить изолированное упражнение, в данном случае разгибание сидя, тоже на переднюю часть бедра. Когда идет тренировка, уже все, нужно входить в нее и тренироваться. И никак. И желательно поменьше разговоров. Исключение оператора телерадиокомпании. Вот это правильный спортивно-телевизионный подход. Плюсик копилочку Алексея. Вот, вот, держи равновесие. Молодец, молодец. В одно движение. Опускаешься сразу наверх. Спину держишь ровненько, не наклоняй вперед, когда встаешь, когда именно встаешь. Вот видишь, движение вперед делаешь, не клюй. Ровно встала, видишь? Поняла меня, да? Все, отдыхай. Ты когда делаешь выпад вперед, сделала выпад, опустилась вниз, да, вниз движение. И встаешь так же самое, как опускаешься, вот. А ты как делаешь? И вперед. Соответственно, ты перевариваешь нагрузку вперед и нагружаешь квадрицепс один. Понимаешь? А нам этого не надо. Нам надо нагрузить всю ногу, да, и ягодичную. То есть, как мы сели вниз, так мы встаем наверх. Потом подшагиваем. Опять выпад сделали. Вниз, вверх, подшагиваем. Ясно? Хочу ли я? Могу ли я? Пила ли я? А, вспомнила, Магнолия. Но Маша все-таки смогла. И вот что получилось. Самое сложное. Я думаю, наверное, это питание. Самое сложное. Сдерживаться сложно. Потому что, когда ты привыкаешь есть несколько лет фастфуд, сладкое и
прочее вредное. Потом сложно просто взять и перестать. Но уже нормально. Данное упражнение называется «Жим ногами», как вы можете видеть, да? Также акцент на переднюю часть бедра, на квадрицепсы, но здесь можно играть с постановкой ног, с постановкой ступней. Можно прорабатывать и заднюю поверхность бедра, и бицепс бедра, и внутреннюю поверхность бедра, и даже внешнюю поверхность бедра. Выбор веса, количество подходов такой, чтобы человек делал в среднем диапазоне повторений, это, грубо говоря, от 10 до 20 раз. Ему было тяжело, но при этом оставались силы на 3-4 рабочих подхода. Вот и весь принцип. Очень важно, чтобы упирались ноги в валик и в пол. Чтобы, когда мы поднимали, да, тянули к себе, вернее, рычаг, чтобы нас не поднимало вверх. Спрашивают, конечно, расспрашивают, а как, а что, куда. Я рассказываю, как это происходит. Ой, не-не-не-не. Это же нужно себя где-то в чем-то ограничивать, правильно? Если хочешь что-то иметь, нужно от чего-то отказываться. В данном случае речь идет о питании, да, то есть о физических нагрузках, а это не всегда комфортно, потому что я всегда, как бы, спорт не моя история, скажем так. И для меня каждая нагрузка, она дается крайне тяжело. Вот. Я понимаю тех людей, которые... Точнее, нет, наоборот, я их не понимаю, тех людей, которые ставят на себе крест и не хотят перейти через свою волю, перешагнуть через себя и встать на путь изменения себя через спорт, через физнагрузки. Ну, если, конечно, человек хочет тело, да, красивое, подтянутое или там как минимум потерять вес. Итак, внимательно слушаем. Отклоняемся чуть-чуть назад с леганца, да. Чуть-чуть. Отдаем плечико вперед, прям наверх. Наверх его отдаешь. Не-не, расслабься. Просто отдай плечико. Вот, да. И с этого положения, ты тянешь в нижнюю часть спины. Не в верхнюю, не в трапецию, потому что трапеция у нас работает везде практически. Начинаешь движение с опускания плеча вниз. Нет, видишь, ты руками пошел, ты локти сгибать начал. Нет, ни в коем случае. Ты должен опустить плечо вниз. Вот, Владимир, смотри на меня. Вот. Вот что ты должен сделать. Да, именно плечо. И потом ты, да, доводишь локтями. Грудь вперед выпрямляешь. Когда тянешь к себе, грудь вперед. Плечико отдал. Грудь вперед. Да. Выдыхаешь внизу на максимальном усилии. Хорошо. Плечико отдал я. Грудь вперед. Прекрасно. Самое сложное, это даже не физическая нагрузка, на самом деле. Самое сложное, это выдержать питание. Первый месяц, ну, классно, да, но даже азарт какой-то. Вот ты ходил в азарт, просто классно. Там новое меню, новые продукты, что-то вот происходит, там высчитываешь эти калории, вес порции. А спустя месяц тебя это начинает напрягать. Чувствуешь, где чувствуешь, где спинка работает? Ну, там и работает, да. Вот здесь, да? Да. Здорово. Сильно далеко назад не заводим, это незачем. Максимум до уровня, локоть до уровня корпуса. Ну, так сложнее. Ну, конечно. Самое главное здесь — отдать плечо наверх. Да, это самое главное. Чакову нравится слушать, нет? Он если похудеет, он тоже либидо познакомится, что такое. А Чакову лежит втроем. Нам втроем? Ну, с женой. А, я думала, нам втроем. Нет. Жена подвечает. Я вот тоже думаю, что ж мне? Я бы хотел себе... А что? Я уже три раза предлагал. Я и три раза предлагал. Нужна вторая. Так почему не Света? А Алла против. Да наоборот, скажи, слышь, стирай, приготовь. Ну, смотри, одна стирает, другая ублажает. Другая. Да. Другая. Тихо, все, давай. Мы проработали только что бицепс бедра, сейчас мы будем прорабатывать квадрицепс бедра. Ага, мы видели, что вы там прорабатывали. Брачные акульи схемы. Вот подружится Света с Аллой, и все, Иван. Придется самому варить себе борщи из мутант про пельменя. Соответственно, мы ножки ставим на ширине плеч. И чуть-чуть носочки вперед. Чуть-чуть, да, вот так, чтобы идеально было. Коленки смотрят вперед. Опускаемся до 90 градусов в колени. Ну что, угу.
Очень важный момент. Главное, чтобы не отрывалась поясница от платформы. Светлана Крупчан очень хорошо держится, не показывает слабость, но даже у такой стальной леди бывают сложные жизненные ситуации. Спасибо огромное моему руководителю, непосредственному главному бухгалтеру, который меня защищает своей стеной буквально от всех. Блин, она умничка. Но да, есть личности, которые, в общем-то, кардинально хотели поставить вопрос или, ну, вплоть до того, что отзывать ее с проекта. Но я сказала, что нет, я... Нет! Ну а теперь мастер-класс от чемпиона чемпионов Андрея Акулы-Шаркова. Жим штанги лежа во всей своей рыбьей красе. Акуля-сушка – это командная работа. Тренеру я отношусь как к тренеру. Это нормальная ситуация. Я его не хочу как мужчину. Я иду через, превознемогая себя, иду через свои какие-то принципы, иду через свое «не хочу», вот, потому что есть цель, и я к ней иду. Но это не точно!